У постраждалих містах Київщини з часу їхнього звільнення побували чимало іноземних делегацій та високопосадовців, аби на власні очі побачити, що накоїли росіяни на нашій землі. Реакція у всіх без винятку була одна – що шок. І ось сьогодні у Бородянці побували грузини. І зараз зі мною на зв'язку Георгій Маргелашвілі, четвертий президент Грузії. І я перейду на російську, аби поставити питання нашому закордонному гостю. Добрий вечір. Вітаю вас. Перейдемо на російську. Так, грузинская делегация в эти дни прибывает в Киеве. Вы побывали, насколько мне известно, в Бородянке. В каких еще городах, селах Киевской области были? И как можете охарактеризовать то, что вы там увидели? Есть ли схожесть между тем, что было в деоккупированных, то, что было в 2008 году в Абхазии, в Осетии? Ну, мы ходили по тем местам, мы встречались с нашими военными, грузинами, которые защищают и Украину, и Грузию в этот момент. Мы, трагично сказать, были в Буче. Да, стиль того, что делают захватчики с российским флагом, эти... Мне даже трудно назвать. Ну, в каком-то смысле это и не война, это истребление населения. Эти нелюди, стиль один и тот же. Но разрешите мне вас поправить, это не 2008 год. Это 1992-93 в Грузии. Это год, в принципе, 1989 в Грузии, когда... завезли, вот вы их называете сегодня орков, мы тогда этот термин не знали, вот завезли этих людей и с саперными лопатами и газом убивали людей на наших площадях и на наших улицах. Стиль, к сожалению, тот же самый, неизменен. И мы это видели и в Гаграх, и мы это видели в Сухуми, сейчас я называю те грузинские города, где они зверствовали в 90-х, потом мы это видели в 2008 году в Грузии. То есть вот этот стиль войны, которая основана не на понятной военной стратегии, а основана на том, чтобы не военные объекты бомбить, не воевать с войсками, а сеять вот террор через избиение детей и женщин и стариков. Вот этот стиль, к сожалению, в течение 30 лет, которых мы видим, мы, грузины, испытываем, этот стиль, к сожалению, тот же самый, ну, масштабы катастрофические. Я говорил с мэрами этих городов и главным образом мы говорили о том, как люди могут возвратиться обратно к нормальной, ну не к нормальной жизни, а к какому-то созиданию новой Украины. И вот это то, о чем мы говорили, естественно, для грузин это по-человечески очень больно, но с этим же вот эти старые раны, то, с чем мы выросли, то, с чем выросло мое поколение, которое было вот жило и, к сожалению, и умирало, и боролось вот с этим террором. Это все стало, как бы все это поднялось опять же. И просто было очень трудно смотреть на все это, что Грузия уже проходит в течение 30 лет непрерывно. Ну, волны бывают, отходят и приходят, но стиль вот этого террора, террористического подхода, он остается, к сожалению. Это государство, этот стиль России, к сожалению, не меняется. Он тот же самый, но здесь он явно Россия напоролась на скалу, напоролась на огромный, сильный, героический народ, который у меня впечатление создается, что он заканчивает вот этот
террор, который это государство сеяло повсеместно. Да, я благодарна за такие слова в адрес нашей армии, нашего народа. Давайте поговорим тогда о будущем Грузии. Готова ли она стать членом Евросоюза и НАТО? В чем это проявляется? И каковы настроения во власти и в обществе? Они отличаются вообще? Ну, во-первых, да, разрешите мне сказать, что этот акцент, это направление грузинского народа на европейское и евроатлантическое направление, оно стабильно. Оно было несколько раз протестировано и на референдумах, и через то, какие политические партии что поддерживают. И этот формат, он не изменен. То есть мы были, существуем и живем в этом направлении как общество, как страна. Однако, ну, существуют во всяких случаях какие-то вершины, падения. И сейчас мы испытываем вот этот период, когда фактически вся Грузия, все грузины живут украинскими проблемами и украинскими победами. Потому что, опять же, я хочу вам сказать, впервые за эти 30 лет нашей борьбы мы чувствуем, что мы побеждаем. Я говорю здесь мы, естественно, главное это Украина, главное это украинские вооруженные силы, но это и грузины, которые здесь воюют, и это и сердца грузин, которые болеют за Украину. Мы первый раз это чувствуем. Сейчас насчет европейской ориентации. Мы стараемся и очень стремимся по этому направлению. Процесс, так, если вы хотите, глобально был такой до этой войны, что мы, Украина и Молдова, были лидерами в этом процессе европейской интеграции. Хотя у меня создается впечатление, что тот формат интенсификации вообще политических вопросов, геополитических вопросов, которые создала Украина, дают возможность не только Украине, но и всем свободолюбивым и прогрессивным и восточно направленным нациям через этот процесс входить более интегрированно в Европейский Союз или в НАТО. Хотя мы видим, что и эти организации не были особенно эффективными для того, чтобы гарантировать безопасность и стабильность в Европе. Господин президент, у меня еще вопрос к вам, по возможности коротко, к сожалению, ограничены во времени. Спикер парламента Грузии заявил, что Грузия не будет помогать России в этой войне. Знаем, что многие российские компании и граждане переезжают в Грузию, чтобы избежать санкций. А вот как Грузия противостоит этим процессам и противостоит ли? Ну, во-первых, я не знаю заявление спикера парламента. Я думаю, что Грузия флагман войны с российской оккупацией. И вопрос насчет того, что она будет или не будет помогать России, это вообще очень странный вопрос, потому что мы флагман войны с Россией из-за свою независимость. Так что, естественно, Грузия не будет помогать России, Грузия будет помогать Украине во всех контекстах. И это то, что делают грузины в каждом моменте своего существования. Однако то, что с насчет вопроса россиян в Грузии, этот вопрос встает в нескольких плоскостях. Во-первых, мы реально должны понять, кто те россияне, которые приезжают в Грузию. Потому что есть фрагмент общества, который бежит просто от режима Путина. Это просто люди, которые родители, дети, которые бегут от того, чтобы их не забрали в армию, которые просто бегут от диктатуры. Но с другой стороны, естественно, происходит то же самое, что и происходило и здесь, что есть возможность, что эти люди будут играть какую-то роль в возможной провокации. В общем, в этом, я думаю, должны разобраться правоохранительные органы. Но у меня такое чувство, что мы едины в этой борьбе, и какое-то чувство, что мы, как сказать, наверное, по-украински, мы разом переможем.
За украинскую в нашем эфире от грузина. А у меня и я благодарна вам за разговор. Слава Украине! Героям слава! Нагадаю, с нами на зв'язку був Георгій Маргелашвілі, четвертий президент Грузії.